Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на мину. Куда? Куда? Алло. Чтобы не мешать эти облака. А чё, куда вы все убежали от меня? Алло. Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Стекло розовое. Это уже не из этой песни, по-моему. Ну ладно. Так. Так. Чё? Я здесь оставила одну штучку. Вот. Вот эту штучку я здесь оставила. Угу. Угу. Да. Не смотри так на меня. Верка. Катюха! А что ты опять здесь делаешь? Я не знаю. Я тебе вроде в прошлой серии говорил то, что у меня всегда камера включена, я всегда вижу, когда ты здесь играешь. Ты немножко забыл. Куда ты побежала? Подожди, не, ты там опять что-то построила. Куда? Как? Не, умирать ты не будешь. Да, вставай. Вставай. Ща, я посмотрю. Ты бери... И... Стопочки свои. Давай, садись. Что ты делала в этой серии опять, а? Пела песню. Здесь какую песню? Не знаю, что это за песня. Если ты знаешь, что это за песня, напиши в комментах название. Розовое стекло. Розовое стекло. Что ты делала в этой серии? Это твое, да, опять? Это ты опять настроила здесь, да? В смысле нет? Я на лбу у тебя написано то, что я это построил. Неправда. Все правда, что это такое, Кать? Ты опять без меня записываешь ролики, да? Я просто играю, ничего не записываю. Просто играю. Что это настроила? Розовое стекло? Так, подожди. А что здесь кровь делает? Чья это кровь? Это кровь твоих хейтеров. То есть ты за меня моих хейтеров, да, убивала? Какая умница. Что там за дверью находится? Хватит шуток уже. Что за дверью? Штопор. Топор за дверью, да? Так, хорошо. Если так, окей, давай мы, наверное, с этого еще одну серию сделаем. А ты, если хочешь продолжение, если хочешь больше видосов с Катеридзе, ставь лайкусик прямо сейчас на эту серию. Сколько надо лайков, чтобы вышло следующее? Ну, мы же планку с тобой повысили. 30 тысяч? 35. 35 тысяч лайков, чтобы вышла следующая серия с тобой. Только обещай мне то, что ты больше без меня не будешь играть. Ага, да. Кать... А как мне выйти сейчас? Мяу. Чё за кнопка? Мне интересно, а кто ее научил вот этой всей фигне, там, командные блоки? Что это за кнопка, Кай? Здесь так красиво, интересно. Ладно, я сам проверю. Ты опупела или чё? Так, окей, ага, понятно. Кать, что это за хрень? Чё ты тут по нас... Твою мать! Кто тебе научил ловушки делать? Я отвечаю, я ее даже не учил этому еще. Как? А, это все Google, это все Википедия, да? Ты там научилась, да? Или... Вообще-то... Подожди. Фу, я чуть не умер из-за тебя. Я книжки читаю. А, обучение Майнкрафту, да, в книжках, хорошо. Когда мы познакомились? 22 декабря, 23 декабря, 21 декабря. Да чё ты мне тест тут построила, да? То есть я должен сейчас отвечать на вопросы? Да. И чё мне будет, если я неправильно отвечу? Да 21, окей. Ты офигел? Хорошо. В смысле офигел? Это ты офигел, а ты чё? Так, подожди. Ты опять с моим скином, да, играешь? Я просто не знаю, как они меняются. То есть, схера она менять не умеет, зато ловушки, мать вашу, строить. Твою мать! Кать! Так, 23, 22, 22 декабря, 23 декабря, 22. Ты вообще? Ладно. Значит, 23 мы с тобой познакомились, да? Ну, значит, мы с Катеридзе... Так играть. С Катеридзе мы познакомились 23 декабря. Фу! Я все поняла, я все. То есть ты мне тут. Твою мать, я же могу потушиться. Это специально, да? Чтобы я потушился. Да. Только это было рассчитано на то, если бы ты правильно ответишь с первого раза. А не с третьего. Я из просто. Из трех попыток. В смысле из трех попыток? Я знаю, когда мы познакомились. Когда? 23 декабря. Не смейся, челлендж.
Не смейся, челлендж. Пиписька коня. А ты жопа тигра. А ты богомол Геннадий. А ты Иларион Трипович. А ты Светлана, дочь световика. А ты... А ты кактус пионерский. Пун. Ты эщ. Кире. Все, тихо. Как зовут нашего ежика? Антон! Ну ты и тупой. Я его всегда Антоном называю, в смысле тупой? Это ты Антон. Я не Антон. И еж наш тоже не Антон. Еж как раз таки наш Антон, я его не всегда Антон, Антоном называю. Еж. Твою мать! Так, 23 декабря, тушимся, ага, хорошо. А... Стефан? Подумай, там даже подсказка есть. Никак. Антон. Ну, а я его всегда Антоном называю. Почему не Антон, я не знаю. Степан. Это отсылка, да, к троллингу там. Это, ну, 100% Степан, потому что он по-другому... Окей. Объясни, почему нашего ёжика зовут Никак? Потому что он ёж. Просто ёжик. Твою мать! И чё... И что, мы ему не можем дать какое-то имя? Нет, еще. Давай Антоном назовем. Ни за что, только через Почему? Твой труп. Антон. Нет. Антон. Нет. Антон. Нет. Пожалуйста. Нет. Ладно, окей, никак. Следующая комната. Как зовут нашего ю... Это чтоб ты запомнил. Это чтоб я запомнил то, что ежика никак зовут, да? А как мне пройти в следующую комнату? Пока не запомнишь, не пройдёшь. Я запомнил, окей. Его зовут Антон. Вот именно. Окей, ладно, никак. Его зовут никак, хорошо. Все, никак его зовут, да? Никак. Никак. Что мне дальше делать? Тут я умру, тут я тоже умру, тут я тпхнусь, тут не... Жил на планете, в самом моменте, когда вы летели на панике. Это ты мне Find the Button, да, устроила? Что? Чё за троллинг, а? Кать, окей, сюда. Да твою мать, хватит меня уже убивать! Тушимся! Вот чё такое Find the Button. Ты мне тут спрятала командный блок, чтобы я вот сюда нажал на кнопочку, да, вот эту? Да, да. Так, не-не-не-не-не, я подожди. Это не ты строила эту карту. Это под моего подписчика, да, кого-то попросила? Ты ли ей построил карту? Напиши, пожалуйста, в комментах. Только не надо врать! Ты построил ей карту! Кать, кого ты попросила построить карту? Я сама. Ты не могла это сама, если ты даже не знаешь, что такое Find the Button, как ты мне Find the Button могла построить? Кто построил ей карту? Напиши в комментах, иначе... Тварь! Так, что дальше? Так что дальше? Узнавай. Я сейчас умру? Я... И что это было? Это называется... Я еще не придумал, как это называется. Так, тушимся! Тушимся, идем дальше. Find the button, сюда и вылазим! Все. Я сейчас... Так, а что за этой дверью? Подарок. Какой подарок? Вот помнишь, ты мне подарок делал? А, типа цветок для Кати, да? А, теперь для тебя подарок. А, то есть там для меня подарок. Для тебя подарок. Mm-hmm. Значит, подарочек там, да? Да, сюрприз. Ладно. Чё за... За что ты так со мной, а? За цветок. За Антона. За Антона? То есть это месть за Антона? Да? Ага, хорошо. То есть ты знала то, что я приду, ты знала то, что я тебя спалю, и ты специально это все построила. Не ты построила, а подписчика, да, попросила построить? Я построила. Подписчик построил. Я построила. Подписчика построил. Я построила. Она попросила тебя, да, построить? Я попросила себя. Ладно, окей, построила ты. Не вздумай туда идти. Чё это за дом? Не вздумай туда идти. Чё это за дом, Кать? Я тебя предупреждала. А... Не,
Так, что это за дом? То есть тут ты взорвала вот эту всю хрень, да? Ага, построила она, значит, да. Я ещё выясню, что в этом... Со мной. Вы знаете, что нужно делать. Вот это вот лайку себе ставить, вот это вот оно самое. Никто никогда не узнает, ясно? Иначе будет вот что. Все. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Иди сюда.